Привет, мой видеоблог. Сегодня у нас воскресенье, завтра на работу. И к нам в гости на кофеек заскочил Виталик Гапеев. Вечерние новости. Да. Привет, Виталик. Привет. Расскажи, как дела у тебя? Отлично. Говорят, ты работу новую поменял. Точнее, работу поменял. Да, давно. Чем занимаешься? Чем занимаюсь? Как обычно, деньги отбираю у людей. У плохих отбираю, хорошим отдаю. А что взамен? Взамен зарплату. Не, ну чем занимаешься-то? Финансированием проектов. Финансированием? Да. Это как? Ну как, люди хотят денег. Так. А я им даю деньги. Нет, ну приведи какой-нибудь пример. Нормальной жизни. Блин, это корпоративная тайна. А, понятно. Где работаешь? В Москве. А поконкретнее? Арбат. Тут ребята говорят, что... Радик говорит, что ты теперь смотришь на всех как на говно. Броню. Говорят, что у тебя новые колеса, новая работа. Что за тачку взял? Немецкую. Импортная, что ли? Ну да, иномарка. Автомат? Да. С литьем? С литьем. Ну ладно, скажи какую-нибудь жизнеутверждающую фразу и закончим. Жизнеутверждающую? Блин, в воскресенье вечером это сложно придумать. В пятницу вечером спросил бы у меня. Ну давай, напутствие на понедельник. Всем выспаться. И гулять долго. Давай теперь так это.